Джеймс уже обвинялся в ограблении, порче имущества и разбойном нападении. За 8 лет он трижды помещался в исправительное заведение, в том числе за то, что угрожал вашему другу ножом. Вы всего 20 минут читали дело, и уже якобы все знаете о моем сыне. Жаль, что у тебя эта хрень на ноге, а то Року ты бы понравился. Что еще за Рок? Все деловые с Эссайда знают, что он поставляет товар. И все его боятся. Потому что Рок спуску не дает. Фильм основан на реальных событиях. Куда делась верность, Джеймс? Это же я вытащил тебя с улицы и дал шанс. Че, типа, если ты шестерка Рока, то уже неуязвимый? Да я по жизни таким был. Начнешь быковать, можешь забыть о возвращении к нормальной жизни. Или как раз ее ты и боишься? Я реально подставляюсь сидеть тут с вами. Но есть личная просьба. Все кончено. Сюда смотри. Все кончено. Спенсер Лофранко. Мэри Луиз Паркер. Вин Крейнс. Таисса Фармига. И Джеймс Вудс. Следи за базаром, ЗК. Помни, кто перед тобой. Джеймси.